Привет. Привет. Куда идем? Куда ты меня сегодня ведешь? У нас сегодня, пошли, у нас сегодня отвальная. Лена скоро уезжает, и мы решили посидеть, как белые люди. Не все ж нам в таких местных забегаловках. Мы решили пойти в Хануман кафе. Такое кафе европейского типа, приличное. Как раз поворот на нашу улицу. Вот как раз синенькая, там балкон. Кто курит на этом, в этом кафе, они выходят на балкончик. Всем удобно и комфортно. Лену потеряла. Вот, свернули с Чатраварти на нашу улицу. И вот он, Хануман. Вот вход в него. Называется Хануман украшен слониками. Да. Так. А тут, значит, в этом этаже хотела снимать Марсель. Да? Знаешь, такого? Нет, не знаю. Ну, слышала, я вообще, да? Какая-то, даже не слышала. Какая-то я отсталая от всей тусовки. Сайрам. Воркинг? Вайфай воркинг? Вайфай воркинг? Самое главное. Куда мы с тобой сядем? Давай вот где, может, светло? Давай, где-то уютнее. Здесь везде прохладно, так хорошо. Можно сюда сесть, смотреть. Или... вот сюда. Давай, или в уголочек. Самый обыкновенный настоящий кофе, да? Нет, я уже кофе не хочу, уже мне поздно. Да как же поздно? Здесь всегда сна сколько? Сколько уже? 5:30. Я после 3 кофе не пью. Ну, конечно... А тут капучино. Нет, ты знаешь, наверное, да? Да, на домике нарезал. Так, здесь карта. Карта вин. Да. Но здесь вин не продают, кстати. Здесь... Сайрам. Да. Fine, thank you. А пусть я нам даст этот самый пока Wi-Fi, если хочешь, а мы пока будем. Сейчас. Ну, сколько... Ну, даже я не знаю. Значит, вот палак возьмем, и что еще? Может, эту какую-нибудь? Вот это то, что говорят, тут масала какая-то красивая была. Ну вот панир тика масала, да? А, давай. А это тоже панир? Да, это тоже панир. Палат панир. Палат панир, а это... панир тика масала. Тебе нравится? Ничего, вообще-то да. Мне тоже... Без спайси. Ты любишь спайси? Да. Я тоже люблю спайси. Ну давай тогда это и это, и поделимся напополам. Давай с высоты глянем на нашу Чатраварти. И вот нашу... Саши же должен сейчас пойти за молоком. Я его... Ты смотри, увидишь, я его сниму, буду махать. Я пока на балкончик выйду, сниму балкончик. Вот такой здесь уютненький балкончик. Мы тут раньше с Сашей часто сидели. А что это такое за манера? Как женятся, так уже и в хорошие кафе не водят. И не сидим в Ханумане. Приходится вот с подружками. Сейчас хочу посмотреть. Здесь можно заказывать на вынос домой пиццу и заказывать эти тортики на дни рождения. Я помню, сыну заказывала. Правда, 3 ошибки сделали, но в одном слове Сергей. Вот это вот на заказ кекса. Вот какие 0,5 килограмма. Так, самые наши любимые. White Forest и Black Forest. По 450 0,5 килограмма. Это такой вот небольшой тортик получается. Но лучше заказывать в килограмм. Сейчас посмотрю, как они выглядят. Вот такие вот красивые. Очень красивые. This is Black Forest, no? Which yes, yes. Cake? This Black Forest. Sponge, chocolate sponge. Black forest. А, вот такой вот. Ну, очень вкусный. And this white forest? No? No, not white forest. This is also same black forest. White forest also. Maybe it's there or not. This is also chocolate sponge. Sponge with hot shape.
А это фруктовый, this is fruit. Also very beautiful. This is a white forest. Ой, какой красивый белый лес. But not like comes Vijay, no? But different just this design. Different. Uh-huh. White forest. Okay, thank you. And this what name? Strawberry thing. Ah, now we ordered like this? One piece, no? One piece, yes. Yes, strawberry. It is not there in the menu price. А, нету в меню. Угу. Ну вот такую можно красоту заказать. Спасибо. Thank you. When you wanted cake? А? When you want cake? After no, food? No, birthday cake. Ah, this I don't know, not now. I want. Because we are closed 2nd, 5th, 16th and opening 25th. А, вот оно что, со 2 мая по 25 мая они закрыты. We came very good time, not late. Очень хорошо, что мы сейчас пришли. Tomorrow we are open. Okay, thank you for tell. Лена, нам повезло, мы пришли, они же со 2 числа закрываются по 25. Да. На месяц практически закрываются. Мы успели вовремя. Мы успели вовремя. А мы с тобой поделимся потом. Давай, ставь пирожное. Палак пани. Палак пани. Ага, давай, клади. Пани тикамас. Палак пани и пани тика масала. Да, покажи, кусочки. Как красиво. Очень красиво, да. Так, сейчас. А, у нас есть такие мисочки, мы в них, что ли, как мы с тобой будем сейчас раскладывать. Вот такого он приятной консистенции, то бишь они вот этот шпинат, они его просто сколотили. А, кстати, много, большой горшок-то. Да. Очень приятная консистенция. А ты покажи, какие там кусочки большие панира. Наверное, я его не найду. Называется панир тика масала. Я его, говорит, не найду. А я вот нашла панир. Наверное, вот это панир. Достаточно большие куски. А, да. А вкус? А что ты понимаешь? Невероятно вкусно. Это как прикольно. Они делают. Я тоже хочу так научиться, как они делают. Взбивают так. Лена, ну, скажи вкус. Обалдеть. Супер, да? Супер. Вообще. А второе красненькое? Сейчас попробуем. И красненькое, супер. А вкусы совершенно разные. Разные. Это остренькие, это нежные. Ну так вкусно. Ой, я не ожидала. Рисуй гармонию. Рисуй инь и ян. А, ян на самом получилось. И у меня тоже. Ага. Инь и ян. Практически. Ой, какая красота. Вот. А у тебя сердечко получилось. Да, ну инь и ян она сильно похожа. Вот, ну все. Вот такая вот сегодня у нас прощальная композиция. Красиво. Красиво, да. На память тебе об Индии. Когда ты в следующий раз будешь так вот выстраивать? Не я. А ты сразу домой едешь, в Питер? Нет, мы едем, сначала идем на Випассану с Катей. Ты мой кумир. Боже, мне до Випассаны, как до Луны. А что это ты так себя ограничиваешь? Интересное кино. Давай. Очень фоткаться, красиво. Надо улыбаться? Ой, хорошо. Ой, глаза закрыла, наверное. Да, когда ты успел, только так мило улыбалась. Саша идет. Молочка купил. Мама как по кафешкам сидит. Папа молочко домой носит. Молодец. Молодец. А он сейчас его оставит и убежит. Я знаю, он оставляет в этом... В швейной мастерской. И только я его до 9 вечера и видала. Это он меня выискивает. Я как в Титанике. Ручку выставила. Все довольны. На жену нашел. Видишь, как хорошо. Не мешает. Ни он мне не мешает, ни я ему. А инь и ян гармонизируются, да? Все-таки точно. Иногда хорошо присутствие.
Лена говорит, в одно время разочаровалась в этом кафе. Но я тоже один раз разочаровалась. Мы с Сашей сюда часто заходили, и вот ради моего кофе любимого, настоящего, хорошего, они всегда варили нам очень хороший кофе. А потом он куда-то уехал, и я подругу привела. У меня как раз была после 10-дневной голодовки. Помнишь, Айда, я без тебя голодала, да? Меня, после 10-дневной голодовки я вышла из нее и говорю, пойдем попьем самый лучший кофе. Приходим. И они дают нам вот какой-то спитый, то бишь они, видимо, в кофемашину не добавили кофе. Ой, слушай, и дали вот старое. Жаловались. Я так расстроилась, я смотрю на эту подругу, а у нее в глазах типа того, что бедная, 10 дней голодала и больше, лучше морковки ничего не ела в жизни. Я им пошла, говорю, вы извините, вы можете попробовать это кофе, но это не кофе. Говорю, ну, боже мой, говорю, столько раз я была с Сашей, нам давали хороший. Я без него совсем, что ли, бледно выгляжу? Они говорят, не уважают. Да, не уважают никак. Они сказали, извините, и принесли новый хороший. Так что здесь надо не стесняться и идти и говорить, что что-то вы немножечко забыли положить. Кофе забыли положить. Как раз достать надо. Вот. Нежненький. Ну, ты режь свою половину, давай делиться. Бог велел делиться. Как ты ровненько. Да. Я даже сразу рука дрогнула. Слушай, не успела похвалить, да? Да. Сейчас. Ну, давай меняться. Давай, так, я беру этот себе, ты бери тот. Руками своими бери. Апс. И сложим. На десерт. Хорошо, что мы хлеб не заказали никакой. Не говори. Куда вы что берёте? Но он нас убеждал. Я тут как-то нашла тетрадку, прочитала сказочку. Так, вот, наливай. Сказка, я не помню, как она называется, а «Магазин счастья», по-моему. И, в общем, или «Магазин чудес». И заходит человек, дождик шел, видит магазин, он заходит в этот магазин, и там волшебные вещи, всякие разные волшебные вещи. Я уж не помню, какие были, но одна волшебная вещь была. Блокнотик. И говорит, это блокнотик счастья. Говорит, а он же пустой. Говорит, а вы в него сами записываете. Записываете каждый вечер 5 счастливых событий. Ну, детская сказка, но как-то она такое на меня произвела впечатление, что я стала записывать 5 счастливых событий. Вот сейчас вот вдруг, ну, потом, конечно, бросила, и вдруг нашла этот блокнотик. И сейчас читаю, думаю, боже, вот, ну, за каждый вечер набирается и 5, и даже 10 на самом деле. Вот сейчас вот приду и запишу, какой у нас с тобой был хороший вечер, сидели в Ханаман-кафе. Это счастливое событие, да. И то же самое, вот я полистала прошлогодние, оказывается, в том году я записывала. Думаю, такие маленькие, но приятные события, что вот уже забылись, и хорошо, что записала. Ну вот, уже кафе заполнилось чуть-чуть, плюс. А то я прям расстроилась за них, совсем пусто. Ну что, пойдем платить? Узнаем. Приговор. Пошли. И то плюс. Окей. Ну вот, 473 у нас получается. 120, 45, 60. Окей. Thank you. Сайрам.